Тыксы, где тут наша кофеварка? А кофеварка не работает. Да мы ж недавно ее наладили. Не знаю. Закрываю шкаф, поднимаю. Не знаю, как у вас было слышно, но лишь у меня так. А что за собрание? Открыл шкафчик, а кофеварка не спрашивает. Ага. У нас немножечко нарушение герметизации объектов SCP. Кстати, был открыт деблок на перерыв. Какое первое правило во время опасной ситуации на хард-РП? Правильно, забей, спихни все на других. Это не моя работа, я не буду об этом думать. Вот и не надо. Как хорошо быть научным сотрудником, вижу, нашим охранникам вообще так напряжно сейчас. Опа. Опа. Никакой паники, все еще следуем первому правилу. Пиздец. Если бы кофемашина не сломалась, все было бы хорошо. Я думаю, она бы тут не помогла. Я помню, как инженер ругался матом, когда чинил кофеварку раз в 12-й. Я не думаю, ну ладно. Мы уже два месяца пытаемся скинуться на новую, но не очень выходит. Ну мы просто купили в первый раз самую дешевую, а теперь ебемся с ней, блин. Вот руководитель научной службы, если бы вы нас отправили домой пораньше, мы бы тут бы уже не торчали. Я не руководитель всей научной службы, я руководитель отдела зоологии и миметических... Вы, блядь, не душите, ради бога. Я задушу вас! Да ёб твою мать! Мистер Карл! Неизвестная миметическая угроза подтверждена. Три сотрудника СБ под эффектом. Неизвестная подтверждена, еще и три сотрудника. Она ж прям вообще может быть любой, то есть не обязательно там, чтоб отъехал. Но нам сообщали о граммофоне, который издает музыку. Ты послушал музыку, теперь снял штаны и бегаешь по комплексу. Ты услышал музыку и сошел с ума. Ну, но насчет первого не так уж и плохо звучит. Ну, я же говорю, разный эффект. Главное, чтобы шланг был большой, тогда не стыдно. Я думаю, сейчас каждый слышал по интеркому то, что у нас миметическая угроза. На данный момент, чтобы мы все не смогли заразиться, мы вынуждены, каждый из вас, надеюсь, сейчас маски. Ну, не маски, а перебинтовать вам уши, глаза и рот. Чтобы хотя бы воздействие немножко... Притупить? Уси меня! Что за дерьмо, блядь? Это походу вот эта хуйня! Эй, Роберт! Максимум. Роберт! Ничего не слышал. Пусти! Перемотай мне, ебальник! Тогда смотрите, выбирайте удобную позу эмбриона в углу где-нибудь. Я вот возле кофемашины, я с ней умру нахуй. Начинаю забинтовывать уши. Понижней. Стоять! Расстреливайте, расстреливайте! Вынимайся. Ушел. Нахуй отсюда! Возможно, это моя, либо... У вас есть рация у кого-нибудь? А? Я кричу громко, рация есть у кого-нибудь? Не, нема. Я немножко приспущу на ушах, окей? Да, не думаю, что страшно будет. И так нихуя не слышу почти. Вот эти правила безопасности все равно дебил какой-то писал. Офисный. Но! Я эту хуйню видел. Спонсор у нас визуальный контакт. Появился на секунду силуэт у двери и исчез пока 15. Правило опасной ситуации на хард-РП номер 2. Если первое правило не работает, можно паниковать. Появился силуэт. Я извиняюсь, ваши двери говно. Тут только что реально появился, не знаю, силуэт. Сейчас просто бери, зажимай тангенту, будь всегда на линии, если связь прервется, я понимаю, что тебе пиздец. Все. Я принял, все хорошо. Я включаю на максимум. С богом, я посвящаю твой путь. Как ты что-то видишь? Блять, пожалуйста, замотайтесь и сидите. Я не могу замотаться при такой ситуации. Ну тогда вам пиздец, констатирую, поздравляю. Пока что чувствую себя хорошо. Так это тоже класс Е, я понял, я тебя просто беру. Да бля. Ага, я понял. А, я спонсор, у меня, похоже, галлюцинации, либо я попал под миметик. Все на выход! Быстро, быстро! На выход, дебилы, на выход! На выход, имбецилы! Не в ту сторону, сюда! Ебать, мне как будто что-то накрыло. Сюда! Пора менять работу. Забей, похоже, уже распространились на большую часть комнат. Слышишь? Что происходит, блядь, вообще? Я не понимаю. Я сейчас блевану. Сюда! Они сблокированы, уходим отсюда нахуй. Что происходит, блядь? Я как будто... Они разблокированы, КПП разблокированы. Чё? Миметическая угроза! Из... Не по... Это чё за хрен? Выходим! Ебать!
Ебать, а это был не человек, он выглядел как D-класс, он был, блять, я не знаю, после смерти скелет остался. У нас весь комплекс поражен. Мимитиком это не затравили. Ну, чистый участок. Чистый? А, нет, мы нашли чистый коридор административный. Окей, эта хуйня, видимо, распространяется по комнатам. А по промокоду «Хочу HardRP» вы получите целых 15% скидки на все донаты на моих серверах. Ссылки на сайт с донатами и Discord с IP-серверов будут в описании. Это что за... Что там такое? У нас тварь какая-то здесь, блядь. Какая? А, такая... Красная, большая, такая, с шипами. А, я понял. 939, блядь, аномальным образом появляется буквально на пару секунд в административной, и хуй знает, что с ней. У вас ёб твою мать! Это... Где? Там хуйня! А. 939, административная. Уходи, долбоёб! Пиздец. Пошла нахуй. Блять. Мне сраку откусили, походу. Ой-ой. Жопу перебинтовать, окей. Блять, варенье, сейчас все вытечет, господи. По-моему, 9-9 статус есть в промышленных масштабах очень много. Спасибо, обосрался. Да ну на... Да блядь! Пиздец, мне страку оторвало! А? Ну! Пошла нахуй, мразь! Заходите в сервер. Почти, да, сука, на волоске, идите просто. Вкалывайте его в плечо, одновременно. Начался цирк. Ты не дергайся, я за спиной твоей. Я уже понял. Мы открываем или нет? Соблюдайте осторожность, 939-я аномально. Гораций, работай. Мы останемся с Гершелем. Впереди. Да. Кто-то. Подозрительный боец. Переходит через стену. Боец по коду пурпурного неинтересен. Их не атакуем? Нет. Он через двери проходит, что ты ему сделаешь? Сзади. 939. Принято. Разворачивайся. Лучше к ней не подходить. Блять, снайпер. Отходим. Сейчас справа. Сука, блядь. Свои мешает. Дорогая спыт. Ой. Правило HardRP номер 3. Во Friendly Fire всегда виновата жертва. А, так. Некрасиво вышло. Как? У нас Friendly Fire, я по-своему попал, убил. А, лейтенанта? Да. А, охуенно. Она за дверью. Отходим. Хуйня была. Пиздец, ты свистишь. Солдаты в синем какие-то, блядь. В смысле? И где она? Она туда пошла, в ту комнату. Ты нахуй ты туда пошел? Давай в группе несем на связь. Какой-то спецотряд, не знаю. Охуенно. А она за той дверью, мы не можем ее туда ничего сделать. Знакомьтесь, попавшие в наше измерение солдаты Второй мировой. Кажется, они нас видят. Кто? Кто вы? Спокойно, тут все свои. У нас есть проблемы поважнее. Плохо, что они обратили на нас внимание, надо уходить. Блять, они через такого хуя Копперфильда? Вот это такие. А, собственно, страшно. Свои. Ну, так я тебе еще раз говорю. Я уже сказал, свои! Сука. Полный пиздец. Полный разъем. А где-то... У нас лейтенант погиб, командующий. Только не говорите на брифинге потом. Если выживем, кто виноват? По камерам все равно увидят, я думаю. Сворачиваемся, ребят, сворачиваемся. А что сворачиваемся? Надо выполнить. Специалисты сказали. Что?
Сворачиваемся. А, просто валим отсюда? Да. Эй! Свисти. А, блядь, сука. Где этот с пулеметом? Я не знаю. Товарищ капитан, я смотрю налево, вы направо. Я руку одну поднимаю. Тихо. Все свои, тихо-тихо. Что сейчас требуется от нас? Не пойму. Что вы хотите? Эй! Ты кому что это за говно ей? Твою мать! Эй! Пушка-то не стреляет, мать его! Тихо-тихо-тихо, не стреляем! Чего? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Я добавляю. Блять, парни. Да ёб твою Ну-ка. Мать! Ламберт, блять! Ламберт, блять, какого хуя ты стреляешь по моим бойцам? Блядь. Я есть твой боец, блять, шиз. Чего? Понимаешь, ты знаешь английский? Что здесь написано? Пиздец, меня теперь отправят в тюрьму. Скорее точно. Это... Не знаю. Экстремерная сущность. Может, мы с ними как-то в контакт войдем? Я не знаю. Мы уже занимаемся. Я ты так мне? И не слышу ответа на свой вопрос. Чего вам надо от нас? От вас как ничего. Я их вижу. Я тоже вижу. Это 10-7 начинает отбор по эвакуации персонала. Тоже под карантин пройдет в скором времени. Да и в целом, как и мы все. Да меня не под карантин, меня сразу под трибунал отправят. Да куда ж тебе под трибунал? Ну вот Горацио, знаешь? То же самое Горацио, было. Горацио, да. Да. Под кодекс СВТ тебе, блять. Короче, мы решили к вам вернуться, чё, типа... В скором времени прибудет опергруппа, которая займется вашей эвакуацией и возвращением обратно в вашу вселенную. Агенты безопасности оружия на своей кобуру. Пожалуйста, закиньте и встаньте лицом к стене. О, расфасуйтесь, здесь, грубо товарищи. Говоря. Класс, все, нас, пожалуйста, за мной. Остальные, кто остался. Что, блядь, происходит? Я... Открой, открой, ёперст, открой. Двери закрывай. О, отходи, отходи, отходи. Пользуйся возможностью. Помоги, помоги, сними. Давай, давай. Снимай, снимай, снимай наручники. Давай. На, держи. Наручник, идите сюда. Сюда, 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 сюда. Отойди. Там люди вооруженные. Два Д-класса вооруженных. Два вооруженных Д-класса, как слышно. С правой стороны они ранены оба. Справа оба. Оружие бросили и вышли. Сука, мне прям глаза светят, мне все мылится. Сука. Блять! Охранник, сюда! Они уже все. Хватит светить, или я тебя пристрелю. Что делать с раненым Д-классом? Вооруженным ранее. Это исключительно моя рекомендация. Принял, добил. Что у тебя есть? Оружие есть? Фонарик, два бейсбола и аптечка. Выходи. У меня пару дырок лишних стало. От этих Д-класса. Помочь? Да нет. Молодец, Азинский, на повышение пойдешь. Ага. Хорошо сработал. Там уже почти. Смотри, там все твои друзья любимые. Подписывайся на канал, ставьте лайки и колокольчик, и коммент обязательно.